Панки! Панки, ты где? Ну вот, я тебя нашла. А что меня искать? Я тут, во дворе. Видишь, с братишкой гуляю. Джинни. Привет, Панки-младший. И как ты похож на старшего? Вот если у тебя вынуть сосочку, то ты становишься как старший Панки. Вы с ним очень-очень похожи. Что это сразу похоже? Ничего не похоже. Как мы можем с ним похожи? Он знаешь, насколько младше меня? Очень намного. А я вообще уже взрослый. Ничего мы с ним не похожи. Он еще ребенок. Ну извини, Панки, я не хотел тебя обидеть. А на самом деле ты очень взрослый. Ты самый взрослый из всех лол. Это ты точно, Джинни, заметила. Я самый старший и самый мудрый из всех лол. И братишка у меня такой же. Точь-точь, как я. Лол, панки, лол. Самый умный, лол, панки, умный. Джинни, а ты что одна? Давай зови свою сестренку и будем гулять веселиться. У нас же каникулы. Точно, каникулы. Ну все, я побежал за сестренкой и будем веселиться. Каникулы. Я сейчас вернусь. Давай, ждем. Будем веселиться. Ура, каникулы. Это кто это такие веселятся около нашего дома? Кто это такие, ниндзя? Да, конечно же, знаю. Это мальчик Лол, которого зовут Панки. И его братишка. Это они тут уже второй день веселятся. Катаются на наших качелях и мешают нам думать с тобой. Правда, Ромео? Это плохо, что они веселятся. Тут могут потом собираться очень много детей. И будут все нам мешать. А потом все взрослые узнают, что здесь моя лаборатория. Нужно их проучить, чтобы они сюда больше не приходили. Хорошо, Ромео. Только скажи, как это сделать, и я все сделаю. Ты же выстреливаешь липучками. Вот и выстрели им в руки. Свяжи их, чтобы они не смогли дернуться. А я подъеду быстренько на своей тачке и увезем их отсюда подальше. И скажем, чтобы они больше здесь никогда не играли. Ну все, давай, я пошел за машиной. При помощи липучек. Ха, мне это нравится. Ох, как я люблю ими пуляться. Ну что, братишка, хочешь, раскачаю тебя? Будешь как настоящий космонавт летать. Хочешь? Луна. Сейчас ты увидишь луну. Ну, сейчас ты у меня увидишь свою луну. Ха-ха-ха-ха. Это луна старшей тебе. Что такое на мне? Прям на носу. Я двигаться не могу. Брачо. Ну что, мелкий, теперь твоя очередь. Держи. Брачо. Ну что, космонавты, увидели свою луну? Ха-ха-ха. Ну как вам моя липучка? Вот так вот. Никто не может устоять против моей липучки. Вот так. Ну ничего, полежите немножко. Сейчас отсюда мы уедем. Ромео, у меня все готово. Жду тебя. Я уже еду. Отличная работа. Ну, сейчас я развернусь и загрузим их. Молодец, ниндзя. Классно ты все сделал. Ну все, давай, грузим. И быстренько отсюда уезжаем, пока нас никто не видел. Давай, заталкивай их. Панки, держи своего братишку. Зачем вы это делаете? Вас же за это накажут. И наши друзья нас найдут. И вам тогда будет ого-го. Слышите, лучше отпустите нас. Никаких ого-го с нами не случится. Мы вас всех вот так будем вывозить, чтобы больше никто не играл около нашего дома. И вы нам со своим хохотом и весельем мешаете работать. Вот так вот. Посидите немножко у нас, потом мы вас отпустим. И больше вы никогда не будете играть около нашего штаба. А если не будете слушаться, я вас опять залеплю липучками. Понятно? Так что все, сидите там тихо. Ну ладно, я поеду их отвезу, а ты стой около входа. Никого посторонних не впускай. А я пока в это время закончу разрабатывать свою новую крутую фишку. Ох, я тебе покажу скоро. Знаешь, как круто получается. Получается. Ты просто обалдеешь, когда увидишь. Понял тебя, Ромео. Хорошо, никого не пропущу. Всех остановлю при помощи своих липучек. Ну все, пока, ниндзя. За всем следи внимательно. Никого не пропускай. Конечно же не пропущу. Кого я пропущу? Никого я не пропущу никогда. Сестренка, ты это видела? Ромео украл нашего Панки. И его братишку тоже. Куда, интересно, он их повез? Панки. Все правильно, сестренка. Их надо выручать. Надо срочно сообщить героям маска. Я не справиться с этим Ромео. Они знают, как с ним бороться. Сейчас я им сообщу. Мне повезло, что моя подружка одна из героев маска. Молодец, сестренка, приготовила мою таблетку. Ну, а сейчас я свяжусь с героями маска. Итак, набираю их номер. Амалик, нам поступил тревожный сигнал. Сейчас проверим. Включаю монитор. Герои в масках, здравствуйте. Это я, Джинни. У нас тут кое-что случилось. Я только что видела, как Ромео загрузил Панки и его братишку в свою машину и увез к себе в лабораторию. А помогал ему во всем этом ночной ниндзя. Он выстреливал липучками. Я вас очень прошу, пожалуйста, освободите нашего мальчика Панки и его братишку. Панки. Вот смотрите, это моя сестренка. Она тоже очень любит Панки.
Пожалуйста, помогите нам, помогите всем куколкам Лол вернуть нашего мальчика Лол. Пожалуйста, вся надежда на вас, герои в масках. Этот Ромео уже надоел. Надо с ним сегодня расправиться. Раз и навсегда. Я давно вам об этом говорила. Вы же меня не слушались. Говорили все потом. Вот видите, что сейчас творится. Он забрал к себе Панки. Я знаю, для чего это он делает. Он просто не хочет, чтобы дети гуляли около его дома. Потому что наверняка его лаборатория находится там. И это, скорее всего, точно так. Ну что тогда? Переодеваемся в наши волшебные костюмы? Все правильно. Слушай мою команду. Все переодевалочную. И по моему сигналу одеваем волшебные комбинзоны. Ну если все готовы, тогда переодеваемся. Раз, два, три. Отлично. Ну что, теперь можно нагрянуть и в лабораторию к Ромео. А что мы туда, без тачек поедем? Конечно, пойдем без машин. Шуметь не будем, чтобы он нас сразу не заметил. Дженни сказала, что ему помогает ночной ниндзя. И наверняка он охраняет вход. И при помощи своих липучек он захочет нас остановить. И поэтому, Гекко, твоя задача при помощи своих щитов отбить его атаку. А я уже займусь ночным ниндзя. А ты в это время, Олет, проберешься внутрь лаборатории и освободишь Панки. Да, конечно, я поняла тебя, Кэтбой. Я все сделаю. И заодно поквитаюсь с Ромео. Он даже не знает, какой у меня супер костюмчик. Ведь моих крыльев даже не видно. Вот он удивится, когда увидит меня. Ну все, вперед. В лабораторию. Ромео. Освобождать Панки. Никого не пропущу. Никого. Даже муха не пролетит около меня незамеченной. Я все вижу, потому что я ночной ниндзя. 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 Ку-ку. Ку-ку ниндзя. Кто тут? Кто тут? Ах, это ты, Гекко. Ты думал, я тебя не замечу? Тогда держи! Фа! Ну что, давай. Держу. Попробуй, попади своими липочками. Посмотри, какие у меня щиты. Ха! Ну что, видел, поймал? Ну что, давай еще! Давай, не бойся! Давай еще, не жадничай! Ну эту ты точно не поймаешь! Держи! Хопа! Ха, смотри! Все поймаю! Вот такие у меня щиты, непробивные! Молодец, Гекко! Ну а теперь моя очередь! Ниндзя! Кукушки! Что? А там еще кто? Кто-то? Кэтбой, а ты тут откуда взялся? Ну а теперь смотри на мои сверхвозможности. Смотри, как я, не задевая тебя, обмотаю своей невидимой нитью. Кш-кш-ш. Ха, ну что, видишь, как я могу? Это моя новая супервозможность. Невидимо замотать любого. Ты понял, ниндзя, с кем связался? Ну что, где твой главный? Где Ромео? Зря ты это сделал, Кэтбой. Я надолго это запомню, как ты меня замотал. Никогда не забуду. Мне кажется, вы рано радуетесь, друзья. Ну вот он, я, Ромео, сам к вам приехал. И смотрите, что у меня в руках. Это у меня новая разработка. Стоит мне только нажать на эту красную кнопочку, и я превращу вас в кого захочу. А ну давай попробуем. Может, мы устоим? Мы сейчас отберем у тебя этот аппарат. Ромео, отпусти Панки. Или тебе сейчас придется туго. Смотри, как я тебя сейчас свяжу. Ну вы, видимо, меня не понимаете. Итак, я нажимаю на эту кнопочку и хочу, чтобы вы превратились. Ромео, а ты забыл про меня. Про девочку. И смотри, что сейчас будет. Ой, ха-ха-ха-ха-ха. Напугала. Да ты посмотри на себя. У тебя даже крыльев нету. Ты даже не можешь взлететь, девочка. И тебя тоже сейчас превращу в кое-кого. Ну хорошо, Ромео. Тогда испытай красную вспышку. Это мое новое совершенство. Супервозможность моего костюма. Получай яркую вспышку у тебя прямо в глаза. Ха! В твоих глазах теперь все ярко-ярко-красное. Ой-ой, мой датчик упал! Он уже не твой, он наш! Верните мне его! Где Панки? Где Панки? Панки, ты свободен! Выходите! Мы все видели! Крутейшие у вас костюмчики! А есть еще такие? Мне и моему братишке! А вам зачем костюмчики? Вы же Лол! Вы так все умеете! Панки, давайте вылезайте быстрее, пока Ромео не придумал новую пакость! Крутая, конечно, у вас команда! Спасибо вам большое! Вы вообще супергерои! Панки, это я их позвала, чтобы они вас спасли! Видите, какая хорошая! Ой, подождите секундочку! Я вас сейчас щелкну на свою волшебную таблеточку! Вот так вот стойте, не двигайтесь! Ага, улыбнитесь! И хопа! Я думаю, классное фото получится. Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. И у нас сегодня, как обычно, новый игровой набор, который принимал участие в новом видео. И тут мы видим 5 персонажей. Это очередная новинка, которая представляет герои в масках. И мы с вами рассмотрим 5 вот таких вот суперских фигурок. Это Ромео, Гекко, Кэтбой, Олет и Ночной Ниндзя. Ну а тут мы видим игровые наборы из этой серии.
Такие машинки я вам уже показывал. Это нам еще предстоит увидеть. И вот такой наборчик мне еще нужно будет найти. Ну а теперь наша любимая распаковочка, чтобы разглядеть все поближе. Открываем коробочку и достаем наших героев. Вот она, золотая пятерочка. Перед нами классные фигурочки. И первый — это Кэтбой со своими новыми возможностями. И теперь у этого героя появилась новая возможность. Он может при помощи вот такой вот штуки, как здесь показано, и которой никто не видит, достать до любой вещи, а так защищаться и нападать. И никто не заметит, как молния вылетает вот эта штука. Хя-хя! Ну а это прекрасная девушка Олет. Посмотрите, она умеет летать, и кроме этого, у нее появилась новая возможность. Ее крылья превращаются в круг. Вот так вот. И с помощью этого никакой противник ей не страшен в воздухе. Потому что она удержится в небе в любом случае. Это очень мощный пилот. Ну а это Гекко. И у него новые возможности. Теперь он как танк. Хоть в чем в него попади, у него есть вот такие вот щиты, которые отобьют все на свете. Ничто не сможет попасть теперь в Кэтбоя. Ну а это очень умный злодей Ромео. И он придумал, посмотрите, какую маленькую штучку. Стоит только на нее нажать, и он любого может превратить в кого захочет. А это ночной ниндзя. Посмотрите, какой у него взгляд. Ну это и понятно, потому что его замотали, а вернее сказать, запеленали вот в эту штуку. Наверное, что-то он плохое натворил, и поэтому его решили связать. Поэтому он такой вот обиженный ночной ниндзя. Ну вот, друзья, я вас познакомил с новинками от героев в масках. Я думаю, они вам понравились. А на сегодня у меня все. Жду вас в Потапе с новыми игровыми наборами, а также с очень интересными мультяшками. Всем пока! Пока-пока! До новых встреч!